Новороссийская управляющая компания – одно из немногих предприятий, которое находит эффективные точки роста в сложных экономических условиях. Уже более 10 лет занимает лидирующие позиции среди управляющих компаний Новороссийска. Этот рывок начался с того, что руководство «Нука» провело масштабный системный анализ проблем, с которыми сталкиваются новороссийцы в сфере деятельности управляющих компаний. Любой житель имел возможность рассказать об этом лично на приеме у генерального директора. В результате были составлены и реализованы конкретные планы. Отремонтировано 1823,52 квадратных метра шиферных кровель, 146 квадратных метра металлопрофиля, 9263,2 квадратных метра мягких кровель, 672 квадратных метра фасадов домов, 827 квадратных метров отмостки, 7433 погонных метров швов, 358 квадратных метра входных групп. Была заменена 141 единица окон и дверей. Проведены гидравлические испытания центрального отопления и горячего водоснабжения. На эти и прочие работы было выделено и освоено более 68 миллионов рублей. «Нук» – единственная компания, которая работает на таком конкурентном рынке с 2008 года. Здесь дорожат своей репутацией, что выгодно отличает «Нук» от временщиков, наводнивших город в последние 2-3 года. Стоит отметить, что в «Нуке» создана аварийная служба, которой нет сегодня ни у кого в городе. Она, как скорая помощь, может приехать в любой дом. Неважно, ночью поступил вызов или днем. Круглосуточные телефоны, дежурные бригады – важное преимущество «Нука». Более того, Новороссийская управляющая компания берется привести в хорошее состояние любой, даже самый проблемный дом. Сегодня в обслуживании у «Нука» около 1 800 000 квадратных метров жилого фонда. Причем такого фонда, в котором самому молодому дому 25 лет. Сегодня коллектив «Нука» насчитывает порядка 750 человек. Многие из них со стажем работы в сфере ЖКХ по 10 и более лет. Мастера своего дела, собранные здесь, самое ценное преимущество для современной жизни в сфере управляющих компаний. В «Нуке» нет плохих специалистов. Особое внимание обращено на тех, кто общается непосредственно с людьми, собственниками жилья. Еще одним из главных преимуществ новороссийской управляющей компании стала полная открытость ее генерального директора. Каждый день он встречается со старшими по домам. Два раза в неделю проводит приемы граждан. А также раз в месяц проходят прямые линии с теми людьми, кто не имеет возможности прийти на прием. Регулярно на сайте управляющей компании и в СМИ публикуется информация, как сэкономить на коммунальных услугах, как разобраться в квитанции. Также компания заботится о тех жильцах, у которых образовалась задолженность. В честь новогодних праздников с должников спишут пени. Можно утверждать, что у «Нука» два эксклюзивных средства производства, новейшее современное оборудование и коллектив. Новороссийская управляющая компания – это современная, высококвалифицированная служба. Это самая крупная, стабильная управляющая компания в городе. Только «Нук» способен сегодня оперативно решить любые аварийные ситуации. Новороссийская управляющая компания. Территория успеха.